Всем привет! Поставь, Марина. Хотим показать наш аквариум. У нас появилось больше рыбы. Вот такие вот рыбки. Сегодня нам привезли еще одну рыбку, но я ее показать не могу. Она там спряталась за фильтром. Да. Марина, ну-ка, подожди. Так, вот там вот за фильтром, видите, одна. У нас получается 1, 2, 3 скалярии. 4 даже, да, Света, скалярии? 1, 2, 3, 4 скалярии. Одна золотая рыбка, но она не золотая, а такая золотая, но, видите, пятнистая она. 3 данио. Это потом еще какие-то рыбки. Ой, не помню я название, короче, этих рыбок, если честно. Но вот такие вот они. Потом есть разные. Есть большая улитка, только где она, Света? Где-то большая улитка есть еще. Короче, мы купили еще больших улиток, помимо маленьких. Вот там вот маленькие. А вон она, большая улиточка. Вон там. Опа. Также появился у нас еще 2 аквариума. Один вот такой. Мой. Да, тут у нас петушок. Емкость пока у него... Самара. Да. Пока маленькая такая емкость. Мы только что туда камешки положили. Да что Света делает? Сейчас вода успокоится. И потом будет лучше видно. Ну, петушок вот такой вот красивенький у нас. Пока детеныш. Это еще цвет не яркий. Девочка. А цвет, смотри, какой цвет опять стал. Она перевозбудилась, цвет другой стал. А так-то она синенькая. И вот второй Света там заполняет. У нас там рыбки сидят. Эти вот. Это гуппи. Там гуппи, меченосцы, пицилии. Короче, в этом аквариуме сидят все живородки, которые рожают живыми мальками. И Света сейчас, да, Света, заполняет. Света очень рада. Вообще у нас все детки рады. Да, Оксана? Да. А, упадет сейчас Мариночка. И вот Света заполняет камешками. Мы там поставили вот такую вот веточку. Ой, как плохо видно. Мам. Я убиваю. Так ты на меня зачем светишь? На аквариум наоборот светит. Вот. Да. И вот такие вот у нас, короче, изменения. А зачем ты сюда достала? Показать. А, чтобы показать свою рыбку. Рыбку. Как она называется? Петушок. Вот. Как птичка, петушок. Кто? Самара. Почему Самара? Фу, некрасиво все это. И вот, короче, у нас 3 аквариума, ребята. У детей, видать, живности мало, помимо морских свинок, шиншилл, улиток, еще рыбки. Ну, мне тоже рыбки нравятся. Я давно хотела, но я хотела живородящих, и вот теперь моя мечта сбылась. Будем живородящих разводить. И вот здесь аквариум. Травку новую еще мы заказали, нам пришла. Да, Марина? Ну, Света разлаживает камень. Так ты по всему аквариуму, Света, делай, а не просто в одном месте. Как-то некрасиво ты делаешь. Ты по всему аквариуму распредели, так плотно не надо. Ты что-то уж совсем по всему дну распредели. Аккуратно там рыбку не пришиби. Я знаю. Я а то бедных рыбок. Там одна, видишь, по дну плавает. Почему-то. Это всегда плавает. Не, она должна по всему аквариуму, она может что-то это. Да, Марина тут мне вот такую фигурку пихает. Видите, лебеди 2 таких. Подставочка, это вот для свечки. Включаешь, зажигаешь, это вот. И виноград, да, это фигурки тут такие у нас стоят. Марина тихо, Ваня спит. Вот, короче, вот такие вот дела. Всем, кому понравилось, ставьте лайки. Потом постараюсь получше показать, пока сейчас плохо видно, очень, очень, причем плохо видно. А зачем ты его подняла? Достала. Вот такое растение, короче, ребята, у нас в аквариуме стоит цвет. Что-то достала его, зачем, ничего не понимаю. Ну ладно, пускай что-то делает. Смотри. Ну, да, вот такая фигурка. Света нашла старенькое лицо, правда, тут поломано, но она хочет в аквариум поставить. Да, она хитрая. Смотрите, как сделала. Она для своей рыбки цветные положила, а мне обычные булыжники положила в мой аквариум. А в свой так она положила красивые камушки. Хитрая какая. Да. Она свою
петушка прям самого красивого считает. А наша рыбка... Да, вот, ребята, вот рыбка эта. Вот видите, сегодня нам пришла какая. Вот она, красавица. Вот такая лопушка красивая. Это скалярия. Там вот, вот она, видите, вот вам прям видно. Вот лопушка красивая. Скалярия. Мама еще сегодня да. А, да, мотыль купила. Мы сегодня им мотыль давали первый раз. Они ели. Ой, извините, пожалуйста, я простыла. Мы вам давали тиви. Червячков, да, червячков давали мы рыбкам. Последний. Тут на столе бардак полный света. Тут все делает, что-то делает. Уж извините. Вот так вот у нас. Это да, это улитки нам давала знакомая женщина. Вот такие вот из... Да, это ракушка. Там вот видите улитки разные. Положи. Скоро еще прибудут улитки. И потом мы вот этот вот аквариум тоже заполним красивыми всякими штучками. Пока вот Света один делает такой аквариум. А где та рыбка, которая по дну плавала? Где она? Она где-то там. Ну-ка, Света, отойди. Вот такие вот у нас красавчики плавают. Меченосы, пицели. Малинезии нету. Вот малинезию хочу еще закажу потом. У нас, когда вот сегодня рыбок мы встретили, с мужем ездили на автостанцию, забирали. И знаете, вот обидно было то, что у нас одна гупи умерла. Очень красивая она, мертвая пришла. И пришел один сомик золотой, красивый такой, золотого расцветки. Он тоже мертвый был. Но мы еще попросили женщину, которая нам отправила этих рыбок. Вот мы попросили, один. Она нам вот еще отправит. Один. Говорит, у нее там еще один есть такой, и она нам отправит. Стулает. Так водой надо сначала заполнить. Еще поверни. Ты его еще не полностью заполнила водой. Вот. А теперь можешь на дно ложить. Значит, еще не полностью заполнила. Вниз попой. Попи. Еще попи. Нет. Во. Вот теперь можешь. Видишь, как надо. Все ракушки, потому что попочки надо заполнять им, прежде чем отпускать. Угу. Вот такие вот дела, ребята. Что? Ну вот сейчас Света заполнит аквариум, будет красота. Подписывайтесь в нашу группу ВКонтактах. Нет, и на мой новый да. канал. Да, в Свете новый канал появился, где она про животных рассказывает, какие у нас животные, да что всякое такое. Этот канал называется «Жизнь с домашними животными». Да, «Жизнь с домашними животными». Но я ссылку постараюсь оставить внизу под видео. Подписывайтесь, будем очень рады. И там она будет рассказывать о жизни всех наших домашних животных. О всех. О собаках, о кошке, о морских свинках, о рыбках, об улитках. И о всех, каких у нас еще появится. Не дай Боже. У меня этих животных столько уже дома, что я, ребята, в шоке. Тут он девочки на руке... У Оксаны на руке разлаживают девчонки ракушки разные. Да так просто закинь их уже. Да и все, вот. Они не, ничего не сделают, они не разобьют. Все. Да, красиво. Я же могу на... Марина, ай, 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 Марина, ай, говорю. Непослушная девочка. Да, непослушная. Ну ладно, всем спасибо за внимание. И подписывайтесь на мой канал. Да. Всем пока-пока.